Всем привет! Летнее великолепие, овощи, фрукты. Ну, Бог нас любит и балует. Делаю салат. Баклажаны буду жарить. Если вы встретите, а их много таких заголовков. Кабачки больше не жарю, баклажаны больше не жарю, не варю, не парю, то не парьтесь. Это, как правило, смурные рецепты и блюда там так себе. А на самом деле довольно много народу клюет на такие заголовки. Ах, Господи, уже никто не жарит, одна я как лохушка. Да нет, жарьте, продолжайте жарить. Рекомендую. Итак, нарезал баклажаны, круто посолил, но это пролог. Ну и дал минут 40 постоять. А минут через 40 начинаю готовить этот салат. Подсолнечное масло в чугунную сковороду. В два приема пожарю, так будет быстрее, я думаю. Осушить надо эти баклажаны. Если частички соли остались, то их убрать. Посолил я круто, они будут хорошо соленые. Промакиваю вот этой салфеткой влаговпитывающей. Ну и жарю на среднем нагреве. Помешиваю, стараюсь так, чтобы обжарились с обоих сторон. Ну и довольно быстро первая партия пожарилась. Пусть немножко остынет. Жарю вторую партию. Ну и готовлю остальные ингредиенты. Много укропа нарубил. Топориком очень удобно зелень рубить. И собирать удобно. Ну, 4-6 зубчиков чеснока измельчаю. И отправляю в стеклянную чашу. Натер 3 огурца на крупной терке. И туда же. 2 некрупных спелых помидора, но режу тоже некрупными кусочками. Огурцы, чеснок, укроп, сметана, пятнашка, двадцатка. Я использовал примерно 150 граммов. Смешиваю, размешиваю, не солю. Потому что баклажаны соленые. Потом, когда все смешаю, попробую. Если будет надо, то добавлю соль. Наступив на горло собственной песни, чили не добавлял, но добавить можно. Положил баклажаны, аккуратненько перемешал. Ну и также аккуратненько, добавив помидоры, перемешал все. Посмотрел и добавил остальные помидоры тоже. Ну, в общем-то, все. Пробую, солить не нужно. Смотрите конечные заставки, даю туда самое интересное. Ну, постояло полчаса или час в холодильнике, можно подавать и есть. Но очень вкусно, да. Это реально хороший летний ужин. Ну, можно добавить что-то еще, колбаску, сыр, там что угодно. Очень
Названия нету салата, не знаю, как он называется, но вкусно. Приятного аппетита. Пока.